А у нас появилась вторая медаль на Паралимпиаде в Рио. Серебро принесла команде пауэрлифтерша Раушан Кайшибаева, подняв 113 килограммов весовой категории до 67. Золото у китаянки Тан Юао, бронза у египтянки Махмуд Амал. Отмечу, 50-летняя Раушан Кайшибаева родом из Алматинской области. Пауэрлифтингом занимается 6-й год. В 2012 году выполнила норматив мастер спорта. Еще через год мастера спорта международного класса. В 2014 спортсменка заняла 13 место на чемпионате мира и 6 на азиатских играх. Раушан Кайшибаева многократная чемпионка и рекордсменка Казахстана. У нее 3 детей. Напомню, первую медаль высшей пробы для нашей паралимпийской сборной завоевала Зульфия Габидуллина, установившая мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 100 метров.